Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов в беседе с РИА Новости назвал возможный способ подрыва фуры на Крымском мосту. По его словам, это могло быть сделано дистанционно. «Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала», сказал собеседник агентства, добавив, что точную причину произошедшего установят российские правоохранительные органы. Напомним, в субботу, 8 октября, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Автомобильное движение на мосту было перекрыто после пожара. На месте работают сотрудники МЧС и дорожные службы.